поздравляю вас с наступающим. Для него 8 марта. Самый весенний автобусный маршрут номер один вышел сегодня в рейс. Жительниц города встречали с цветами, вручали транспортные карты и говорили теплые слова. Подарки получила каждая пассажирка, заходившая в автобус. Хотим порадовать своих пассажиров. Приятный комплимент от компании-перевозчика женщины получают на самых востребованных маршрутах Самары. Акция действует с 7 по 8 марта. Приятно, неожиданно. Сюрприз всегда приятно. Конечно, было очень неожиданно. Молодой человек поздравлял. Спасибо большое, очень приятно. Транспортная компания не забыла и о своих сотрудницах. Женщины трудятся в разных подразделениях предприятия. Среди них есть и 7 водителей. Накануне праздника им вручили цветы и благодарственные письма. Виктория Шара, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.